жестокости прибегают те, кто основывают свою позицию, как правило, на лжи, и которые не уверены в себе и точно знают, что они не правы. От страха они жестокие и несправедливые. По-настоящему милосердный суд – это тот суд, который уверен в своей правоте и уверен, что защищает правое дело. Вот здесь очень очевидно, и все могут увидеть, насколько жестокие принимаются решения. И еще раз повторю, это происходит потому, что суд знает, что защищает неправовые решения и стоит на неправовой точке зрения. И вообще вся эта политическая позиция, а это, безусловно, политическое преследование, потому что нет пострадавших, нету никаких разрушений. То есть предмета, материального предмета для уголовного дела не существует. Надуманная идея о том, что были какие-то массовые беспорядки, все это надумано. И именно потому, что все это ложь, постольку суд принимает самые жестокие решения, какие только можно.